Гуля? Гуля? Да. Гуля? Юля. А есть такое имя Гуля? Ну, я не знаю, я сейчас первый раз слышу. Тебя как звать? Меня Анзор зовут. Анжор? Анзор, да. Анжор? Зе. Зе умеешь говорить? Занжор? Да. Анзор. Блин, ну Жор. Ну Жор, да? Тогда уж Жориком. Ну Жориком пускай. Ты тогда как будешь? Тоже? Просто Уля? Просто Уля. Че, поедем в Калифорнию или как? Что, сначала что ли начнем? Что значит сначала? Я уже просто еду. Тут сначала нету, у меня заднего нету, если хочешь вместе дальше едем. Мне только косы не хватает. Косы? Зачем тебе коса? Ты что, Тимошенко, что ли? Я имею в виду такой. Такой косой. У тебя телефон есть? У тебя номер телефона есть? Конечно. Зови его. Не помню. Ну да, я запишу тогда, если помню. Или... Мем, что ли? А? Да. При чем здесь мем? Вот интересный ты человек. Чтобы я тебе позвонить мог. Если, конечно, ты не шифруешься. Пойдем сюда, садись. Не, я не прикалываюсь, просто я сейчас этот самый. Я на самом деле еду в Калифорнию. Anzor.tv мой сайт называется. Можешь зайти и посмотреть, если хочешь. Обзор, да? Anzor. А почему не обзор? Потому что меня не обзор зовут. Говори номер. Сейчас скажу. Сейчас, подожди. Только если левый, то не надо давать. Не-не-не. Неинтересно. А, давай. 282. Сейчас, одну секунду. Алло, Инесс. Я вот здесь нахожусь. Я тебя не вижу, если честно. Если ты меня видишь, подойди сюда. Еще раз. Видишь? Я вот стою с камерой, с телефоном и с девушкой. Все, подходи сюда. Подходи сюда. А, все. Привет. Инесса, привет. Как жизнь? Скажи, что еду в Калифорнию, а то она не верит. Может, он сказал, что у него паспорта нет. Ничего нету, есть? Ничего нет. Непонятно. Так, давай свой номер я запишу. Говори. Ну я же сказала. Сейчас, Инесс, одну секунду. 282. 1-1. 1-1. 3-5-7. 3-5-7? Да. 3-5-7. Контакт. Создать новый. Так, имя Г первое? Нет, Ю. А, так тебя Юля зовут? Ну тогда. А, ну все понятно теперь. Поэтому ты косу все-таки хочешь, как у Тимошенко. Да? Ладно, все, Юля, давай, удачи тебе. Давай, счастливо. Держись. Запад нам поможет. А я узнаю. Инесса, как добралась? У тебя тут на камеру, да, снимается? Конечно. Мы же ведем прямой. Как вообще добралась? Как в семейной посиделке, как чай? Как семья? Все нормально? Ладно, я выключаю пока камеру. Друзья, мы находимся в центре Риги. Вот здесь место, где все встречаются. Мы сами только что в этом убедились. Продолжаем наше путешествие в солнечную Калифорнию.